остановиться и ждать, пока они за нами приедут. Я им спокойно отвечу по телефону. Карту не дали, куда ехать не сказали, пошли в жопу. Ой, кидайте мою шляпу. Все, как дорожка? Шикарная. Мы, как Ивана Сусанина, ехали в неизвестном направлении. Здесь зона отчуждения, связи нет, ничего нету. Как всегда, в какую-то задницу влезаем. Везде сейчас надо сапоги, болотоходы, вездеходы, самолеты, а также парочку вертолетов, чтобы выбраться туда, куда надо. В общем, дело запало. Я Вася Белова, сосед, ну, Тимоники. Мой кореш, с детства. Одногодка, а Москва, ну, вот она. Моя одногодка, она. Она в Москве, она. Кеп, там она, по музеям, кеп, так работает, ну, ну, служит. Мы готовы к произведению неизвестных работ в неизвестном месте на неизвестной теме. Главное другое, что люди очень колоритные здесь. А знаешь, люди колоритные. А знаешь, я скажу, а вот могу тебе сказать, воздух, как у нас климат вдохновляет поэзии. Ну. Да, да. Совершенно точно. Вот так. Я честно могу сказать, Субары сделаны не для меня. Федор Иванович, я абсолютно плевать, как до них добираться. Ничего, дальше просто не проедем. Красиво. Смотрите, какой ледоход. Так, что делаем? Идем сейчас. Тащите себе много. Сейчас я иду, чтобы в карман положу. И топор тоже туда. Так, еще что, там где кофр, да, какой-то еще был? Да, сейчас самим квадратиком. Ну, можно собрать. Можно так попробовать, вот целиком довести. Да нет, целикового тоже не кайф. А это GoPro возьмем? Что? Мы сейчас лошадку. А куда ее сейчас? А там лошадка, ну ладно. Так началось. Барбос, охрани. Началось наше путешествие в глубину России. Правда, всего 500 километров, но бездорожье уже воодушевляет. Реки выходят. Паводок небольшой тут наблюдается и полностью отсутствие дороги. Под Москвой, по-моему, в 6 километрах от МКАДа есть деревни, которые без дороги, без газа, без водопровода. Два Ивана и два Андрея. Да, мы меняем. Теперь Иван один, зато два Андрея. Что это даже, как вот сказать? А, сейчас. Болеет лошадка, Вань. Болеет?
Так у него внутри там что-то такое, когда бьете, она еще добавляет туда. Могу продемонстрировать. Это рубит. Что? Это железо? А? Вся зима, чего будет, Иван, морозно. Вся зима морозно. Нет, мы-то у вас были когда? У вас в феврале были. В феврале. В феврале? Да, были морозы, были. Мы нет, там, тут потом с января пошли, все морозы и морозы. Вот теперь всю зиму не бывалось. Давай собираться. Давай. Вот берите пример. Мужику 84 года. Давай. Можете, а да и тут так сухо. Ну, тут собирайте в любом месте. Ну, поэтому мы и хотим тут, потому что здесь сухо. В любом месте собирайте. Хоть вон на двор можете. Там ветру нет. Нет, сюда вот это приезжаю. А где фурга? Фургу задавил. Что? Да он же дома не живет, блядь, потому что ночевать не стало. Лешень, что за собака, веселятка.